погодка этой зимой радует. Снегу накидал циклон, ехать тяжело, но можно. Далее стоит «Газель» с разорванным задним мостом. А так как это федеральная трасса, развернуть его не получится. Придется тащить его задом до места разворота. Километров 10. Выделил вариант на вызове. Уникальная работа, развернулись в правильном направлении. Куда вот это разворачивать на месте? А что потом? Отдохну, наконец, любуясь восходом благодарной вселенной. Сложнейший выбор сделает лишь сильнейший.